А вот что для этого надо, ребята, картошечка, яйца куриные, но можно и перепелиные. И, ребятки, нарезаем все меленько и тоненько. Вот таким вот макаром. Картошечку тем же макаром. Чем мельче, тем лучше. Так, картошка и яйца готовы. Картошка, разумеется, вареная. Отправляем в кастрюльку. Картошечку желательно, ребята, старенькую брать. Она вкуснее именно в этом блюде. Ну, где-то так. Следующий ингредиент, ребята, у нас будет огурец. Огуречек пошел. Опа! Ну, где-то так, ребятки. Где-то так. Высыпаем огурчик в кастрюльку. Следующий ингредиент, ребята, колбаса у нас. Докторская колбаска. Вот такая колбаса. Сейчас будем нарезать. Так что вот так, ребята, вот такая окрошечка. Вот так она делается. Не знаю, ребята, кто пробовал. Разные есть рецепты. Но это, ребятки, пуля. И нарезаем тоненько. Опа. 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 Опача. Ну, вот таким макаром, ребята, маленькими кубиками надо нарезать. Короче, все ингредиенты должны быть одинаковые. Ну, где-то так. Ну, разумеется, конечно же, зелень. Лучок, укропчик, петрушечка. Ну и лучок красный. Нам этого не помешает. Все измельчаем и добавляем в наше блюдо. Отправляем зеленушечку в кастрюльку. И, ребята, следующие ингредиенты у нас горчица, соль, перец, лимонная кислота и майонез. Это, ребятки, уже по вкусу. Немножко соли. Все делаем по вкусу, ребята. Перец черный. Ну, тут уже, ребята, кому как нравится. Острая, не острая. Лимонной кислоты немножко. Это тоже смотря, чем будете заливать, ребятка. Я буду заливать айраном или таном, ребята. Ну и горчичка, ребята. Это немаловажно. Опаля. Ну, ребятки, и майонезик. Тут уже тоже какой жирности. Уже берите, ребята, сами. Кому что нравится. Опа-на. И, ребятки, это все мы перемешиваем. Эти все ингредиенты мы, ребятки, перемешиваем. Доводим
до однородной массы и добавляем, ребята, айран, тай, тайран, или айран, или тан, или, ребята, заквасочку. Ну что у кого есть? Блюдо, ребята, получается сказочное. Это я вам говорю. Особенно на утро, после гуляночки, ребятки. А вот это, ребята, получается уже, грубо говоря, салат оливье. Ну, вот в чем и прикол. И добавляем вот такая залипушка. И, ребятка, главное дело это вот это. Вот тан. Кисломолочный. С укропчиком. Ну, можно заменить айраном. Или на худой конец, ребятки. Это уже сыворотка. Тоже получается неплохо, ребята. Добавляем. Оп, чтоб холодненькая была. О, газированная. Это, ребята, оно. Это будет песенка. Я вас уверяю, кто не пробовал это блюдо, на первый взгляд может быть показаться, что это кеси-меси, ребята. Но я вас уверяю, часочек настояться в холодильничке. И милости просим, ребятки, к столу. Холодненькая, да под рюмочку. Ну что, пришло время, ребята. Пробуем наше блюдо. Окрошечка готова. Настоялась. Эх, красота, ребятки. Холодненькая. Она родимая. Вот она, родимая крошечка, да с утра, да с похмелюшечки. Эх, приятного всем аппетита, ребятка. Быть добру. Естественно, подчачу, ребята, под домашнюю. Эх, красота, под черный хлебушек. Дай бог. Подписываемся на канал, ребята. Жмем лайки. Всего самого вам наилучшего. Быть добру!